Шановні глядачі, усім знову ми кажемо доброго ранку. І як завжди, якщо ми будемо пам'ятати, що сьогодні п'ятниця, то дійсно ви повинні знати, що кожну п'ятницю до нас у студію приходять представники Харківського зоопарку, і ми спілкуємося про щось гарне та про друзів. Бо друзі – це є хто? Це є тварини. Тварини для людей – це є друзі. Тож сьогодні у нас у гостях Ліза. Доброго ранку. Доброго утра. Про когось ми сьогодні розмовляємо? Ми сьогодні говоримо о моржах. Угу. А чому саме такий вибір? Да, это совершенно не случайно. Сегодня... Тому що на вулиці прохолодно, так? Ну, может быть, это, но сегодня 24 ноября. Это считается праздником моржей. С 2008 года это официальный праздник. И приурочен к тому, что моржи – это вид, который находится на грани исчезновения. То есть он занесен в Красную книгу. И вот создали такой праздник, чтобы люди помнили о животных, в принципе, которые... Да, которых уже достаточно мало осталось, и чтобы вот мы с уважением относились, потому что действительно, ну, самый главный враг животных – это все-таки человек, mm-hmm. и поэтому всегда нужно помнить о вот таких вот животных, которых осталось очень мало, и хочется, чтобы они дальше жили, да, дальше размножались, и все-таки оставались все виды, которые есть на данный момент, и чтобы люди, которые, да, будут жить после нас, тоже могли насладиться этими животными так же, как можем сделать это мы. Отже, стосовно моржей, так? Мені здається, що існує дуже мало територій, де вони там проживають. Ну, это в основном арктические побережья. Сейчас их действительно осталось очень мало. И в основном они сейчас обитают это Чукотское море. И вот именно почему 24 ноября, почему именно этот день? Вот именно в конце осени... Ой, да, в конце осени... эти животные перемещаются вот с Чукотского моря на Берингов пролив, то есть там более теплее, и они совершают такие огромные миграции, огромными стадами. Это животные, которые живут, в принципе, огромными вот именно стадами, огромными группами. В принципе, они могут дожить и по 10-20 особей, но иногда их группы составляют там несколько тысяч особей, и вот все вот эти вот животные перемещаются к более теплым регионам, где вода не замерзает, потому что это их источник питания. Mm-hmm. И именно поэтому вот 24 ноября, и это вот период их миграции, это вот самый такой вот уязвимые они в этот период, да, потому что они перемещаются, как я уже сказала, да, огромными стадами, и поэтому браконьерам как бы легче к ним подобраться и легче... Ну, получить, ну, зрозуміло. Скажи, будь ласка, а ось якщо ми будемо говорити, все ж таки морж, він більше часу проводить у воді, чи, ну, там, льот, я так розумію, там, сніг, да, ось, льот, де? Ну, вода – это их, как я уже сказала, да, источник питания. Они питаются моллюсками, беспозвоночными, ракообразными, то есть находят их на дне. Они заныривают там около 30-40 метров под воду. Ничего себе. Да, и вот тут вот тоже, в принципе, морж, да, чем он отличается от тех же тюленей, да, в принципе. Они очень похожи внешне, но у моржей есть вот эта вот такая огромная их особенность, о которой знают все, это их вот эти вот клыки. Так. Они действительно очень огромные, там порядка у самок до 30-40 сантиметров, у самцов 40-50, но иногда достигают и 1 метра. И вот это... Клыки, во-первых, им служат для того, чтобы защищаться, да, в период размножения тоже самцы между собой ведут борьбу, и клыки им служат для вот нанесения, да, ударов, но, в принципе, это животные очень такие миролюбивые, и поэтому вот даже вот такие периоды, когда очень агрессивные, да, самцы становятся, они все равно не убивают друг друга, то есть они могут нанести достаточно серьезные травмы друг другу, но не убивают. Вот. И также эти клыки служат для того, чтобы раздить дно, и вот таким образом они поднимают вот этих вот моллюсков, да, так, вот эту вот еду, и потом ее употребляют в пищу. Зрозуміло. А окрім людини, якщо ми будемо казати, чи є якісь там вороги, так, в них, ну, можливо, це там інші якісь тварини, там, хто також може там нападати на них, можливо? Да, в принципі, це білий медведь, це їх основний враг. Ну, тут теж, як би, білі медведі стараються вот, підловити той момент, коли морж вилазить з води, щоб... Вот,
они могли вот нанести удар, и таким образом, либо, в принципе, медведь ударом может даже убить моржа, потому что, когда они находятся в воде или они находятся на суше, на льду, да, они борются, то есть медведь не так легко, что вот он нашел себе этого моржа и тут же напал на него и съел. Нет, такого нет, они сильно борются, у них, опять же, есть эти клыки, которыми они наносят удары, и медведь может не только, да, не получить себе вот добычу, он может еще получить достаточно серьезные травмы от этих вот клыков моржов. Якщо ми будемо казати все ж таки про зоопарки, чи існує практика, що десь у світі в якомусь там зоопарку, ну, там є моржі? Ну, в основному в океанаріумах, да, держать моржей. В принципі, моржі дуже хорошо подаються дресировки, то есть їх часто вот в дельфінаріях, да, океанаріумах, їх, скажем так, обучают, да, каким-то трюкам, и они выступают, им это очень нравится, они, в принципе, идут вот на контакт с человеком, то есть они такие вот миролюбивые, как я уже сказала, животные, но есть такая проблема, опять же, их эти клыки, это их особенности, в то же время проблема для содержания, потому что вот у них это инстинкт, да, природный, они бороздят дно, и когда они живут в условиях, вот, созданным человеком, то дно, естественно, бетонное или там цементное, да, и они все равно, вот у них эта привычка бороздить. То вони це хочуть зробити, але в них, ну... Да, ну, вони все равно це роблять. Ага. Вони все равно це роблять, і от їх клики стираються до такої степені, що от воспаляється вже пульпа, і, ну, це дуже вже проблема велика. Але при цьому, коли все-таки держать їх, да, в якихось зоопарках, или же там океанариумах, то в основном удаляют им эти клыки. Это, в принципе, прям с корнем, то есть, чтобы они не вырос он, да. Это, в принципе, как бы никак не вредит их там здоровью или там не влияет на их жизнь. Но вот все, ну, все-таки проводятся вот такие вот операции для того, чтобы не было вот этой проблемы с тем, что вот они бороздят все. А стосовно климату, ось, ну, все ж таки их природная среда, это там, где дуже холодно. Да. Навіть не просто холодно, а дуже очень холодно. Холодно, так. Да. А якщо ми їх там привезли у якийсь океанаріум чи, ну, там, неважливо, зоопарк, все ж таки там зовсім інший клімат, зовсім інша температура. Ну, все одно створюються для животних мікроклімати, і потрібно старатися, щоб все одно було холодно, щоб була холодна вода, можливо, не настільки холодна, да, як вот, в Арктиці, але вот, все одно достатньо холодна, і ну, вони содержаться в якихось окремих, да, басейнах. На время выступления, возможно, там вода немножечко теплее, да, так как там, там выступают другие, да, там те же дельфины, но все равно вот содержатся они вот в более такой вот холодной среде, потому что для них это естественно, у них масса приспособлений для этого, да, они, у них достаточно толстая шкура, там до 3 сантиметров, и при этом огромная прослойка жира до 10 сантиметров. То есть, казалось бы, они выглядят такими лысыми, да, ну как они согреваются, но это достаточно массивные животные, весят они до... самки весят 2,5... нет, самцы весят до тонны, да, а самки весят... ну, где-то 700-800 килограмм, но иногда самцы еще могут весить и до 2 тонн, то есть... Ну, это же такие велетень. Да, огромные животные, на самом деле, и по размерам, в принципе, самки, их длина достигает 3,5-4,5 метров, то есть самцы еще больше, поэтому это достаточно массивные, крупные животные, и, в принципе, вот эта их прослойка жира и вот эта толстая кожа позволяет им, в принципе, согреваться, вот, да, и содержать это тепло в себе, чтобы вот не замерзнуть, потому что они действительно живут в очень суровых таких условиях. Также вот у них есть такая интересная их особенность, это вот такая вот воздушная подушечка возле гортани, глотки, что позволяет им, в принципе, их жир позволяет им не тонуть, да, они могут на поверхности плавать. Еще и там, но еще и есть, да, вот это вот воздух, который тоже позволяет им спать, причем в воде тоже, не только на суше они спят, но они могут спать и в воде, причем не в горизонтальном положении, а в вертикальном. И на, ну, как бы на воздухе остается только голова. Так, у меня много запитань. То, что первое, если мы сейчас перейшли снова-таки до воды, сколько за часом
можеш проводити у воді? Оскільки, ну, якщо зараз я почув, що вони там навіть сплять, то мені здається, це дуже багато. Ну, да, дуже довго. Тобто це не так, що там 10 хвилин, 15 хвилин, тобто він може там... Він може дуже довго знаходитися, да, в воді, причому і під водою. Якщо там якась опасність, вони одразу всі динають в воду. Да, да, вони, в принципі, завжди тримаються в місці, вони ж такі дуже дружелюбні друг другу і постійно тримаються в місці, і вони знаходяться в воді, і... могут достаточно долго это делать, и причем вот под водой они могут до 10 минут, в принципе, без дыхания там находиться, но иногда в критических ситуациях могут даже и дольше, и там до получаса. Вот. А на суше они тоже достаточно долго могут находиться, но им тяжелее передвигаться. Все-таки у них, ну, в принципе, они могут, да, передвигаться, у них там есть определенные подушечки на их ластах, но при этом им более комфортнее в воде, но, опять же, они любят и понежиться на солнце, солнышки, если можно так это назвать, в районах, где они живут. Ну, в воде они больше сильнейшие, я так понимаю, так? Да, тобто, да. Их там, ну, майже неможливо зловить, или что-то там с ними сделать. Ну, можно, потому что все-таки... Ну, складнейшие, если они на суше. Сложнее, да, чем когда они на суше. Если мы будем говорить про діточок, так? Первое запитание, сколько в одночас одна самка может народить вот этих маленьких морженят? Одного. Это один, одного, так? Да. А за розмірами якими? Якщо ми почули, що ну там самець, так, він може бути, ну, там чи тонну, чи якщо він велетень, то майже 2 тонни. Зрозуміло, там самка менша. А скільки, ось коли він тільки там народжується, ось які в них розміри? Ну, вони, в принципі, вже достатньо, ну, як, достатньо крупними, но вони рождаються где-то вот 200 кілограм, вот где-то так вони весять. Так, малеча. 100-200, да. Ну, і вони, кстати, достатньо довго ростуть, достатньо довго розвиваються, то есть до 6 лет, вот, как бы период уже, да, у них половой зрелости наступает 6 лет. До этого периода они растут, они постепенно у них это все происходит. И вот настолько это добрые животные, что вот когда они перемещаются какие-нибудь или плывут куда-то, или там идут куда-то, ну, в основном плывут, миграция они все-таки осуществляют по воде. Если маленький вот этот моржонок устает, то он может залезть на любого, в принципе, из этой группы, и они будут вот плыть, и этот моржонок будет плыть на ком-нибудь взрослом. Ось, я, до речи, хотел запитати саме про це, чи існують у них, ось є багато там малечі, так, наприклад, так, ну, там величезна там група цих моржів, є там малечі, чи є в них розподіл якихось обов'язків у дорослих вже моржів? Тобто, можливо, там є там 2 самки, які відповідають за те, щоб зовсім уся малеча там, ну, була там, в них було все добре. Ну, у них, в принципі, немає як такової ієрархії, але все одно... Вот, кожен за своїм відповідає, так? Ні, от, в принципі, в їх соціальній групі у них, як би, немає как таковой иерархии, но вот они очень хорошие родители, и мама там выкармливает молоком своего ребенка до 2 лет, то есть это очень длительный период, и при этом самец остается с ней, он тоже помогает, защищает, но при этом у них нет такого разделения, что вот это мой ребенок, а это не мой. На самом деле они вот дружелюбные очень, в принципе, и хорошо относятся и к детям других, и к своим, поэтому вот у них нет такого какого-то разделения. Тож, шановні глядачі, ще раз хочу нагадати, що саме сьогодні, 24 листопада, День моржа. Так? Мені здається, це дуже символічно, тому що зараз на Сухарці погода... Ну, дуже не тепло, так, розпочинається холодні холода, і це, хтось може сказати, що це добре, хтось може сказати, що, ну, навіщо так, і ще б нам тепла, але воно так і є, і якщо ви хочете, щоб ви були здоровими, то будьте як моржі, тому що для них холод – це зовсім не проблема. Ще раз хочу нагадати, що сьогодні у нас у гостях була Ліза, представник Харківського зоопарку. Дякую, що ти завітала сьогодні. А усім вам хочеться побажати найкращого дня, бо сьогодні ми вже не побачимось з вами. Тож, на все добре, бувайте, хай щастить.